В нашем районе есть замечательная традиция. На муниципальных собраниях мы награждаем жителей званием «Почетный житель нашего района», нашего замечательного района Зябликово. К счастью, у нас очень много таких людей, которые работают на благо нашего района, на благо наших жителей. Но наша задача – выбрать достойных. В этом помогают нам наши жители, наши депутаты. И вот сегодня на нашем районном муниципальном собрании мы наградили двух замечательных женщин, которые работают в ЦСО «Царицынский». В период пандемии они оказывали услуги нашим жителям, которые не могли выходить из дома, а также имеют большой опыт работы и большой жизненный опыт. И дальше они будут трудиться на благо нашего района. Мы их сегодня поздравили, а также наметили, кого же мы будем награждать в следующий раз. И такой список у нас пополняется каждое наше муниципальное собрание.